на чемпионате планеты. Next to stage, representing Belarus, Alexander Kazakov. Поболеем, господа. Александр Казаков из сборной Белоруссии, который тренируется под руководством Алексея Урманова и Оксаны Казаковой, представит сейчас нам свою короткую программу, которую будет исполнять на саундтрек к фильму «Профессионал». Разумеется, музыка Эннио Морриконе. Не каждому удается тренироваться у сразу двух олимпийских чемпионов. Чемпиона Лиллехаммера 1994 года Алексея Урманова и обладательницы золотой медали следующих олимпийских игр уже в парном катании Оксаны Казаковой. Напомню, она выступала вместе с Артуром Дмитриевым и стала олимпийской чемпионкой в Нагано в 98-м. Но вот именно такое счастье привалило Александру Казакову. Впрочем, вряд ли сейчас он может порадовать чем-то своих тренеров. На протяжении всей программы достаточно бесстрастно Алексей Урманов наблюдал за выступлением своего подопечного, но, как мне показалось, с некоторым оттенком грусти во взоре. Не все получилось.